Всем привет! Недавно вы у меня спрашивали, где находится этот отель, который вы видели на видео. Отель Кербис Вилледж, лесной отель, зона отдыха, находится на берегу Щучинского озера, недалеко от гольф-клуба и дендропарка. Зона отдыха Кербис Вилледж имеет свою собственную парковку. Расположение наше Щучинск. Мы находимся возле озера, с той стороны озера. Пять коттеджных домиков. Стоимость коттеджей включен завтрак и бесплатно бассейн с подогревом, с теплой водой. Вот непосредственно сам коттедж, как выглядит изнутри. Два этажа, два санузла на первом этаже и на втором. Спальни. Везде очень чисто, уютно. Телевидение с интернетом. Каждый коттедж оборудован кухней. При коттедже своя мангальная зона, казан-мангал. Вот такая терраса. Также на территории имеется юрта в аренду. Стоимость юрты 40 тысяч в сутки на 30 человек. Поднимаемся на второй этаж. Это вот обеденная зона. И на втором этаже у нас еще спальня. Свой санузел. Второй этаж, санузел, душ и спальня. Вот такая прекрасная зеленая территория. На территории есть своя детская площадка. Вот самая юрта. Все коттеджи однотипные, одинаковые. Вот это впереди, это сауна. Сауна за отдельную плату. Кругом лес. Отдыхающие веселятся в бассейне. Бассейн включен в стоимость проживания. Бассейн с подогревом. Мы зашли в сауну. В сауне переодевалка, халаты, тапочки, шапочки. Все предоставляется. Сауна рассчитана на 8 человек. Каждый дополнительный человек оплачивается отдельно. Лаунж-зона, банкетный зал. Есть у нас профессиональные караоке.
баре напитки на выбор. Турецкий хамам. Финская парная. Еще один бассейн, который внутри. Вода здесь прохладная, рассчитана на то, чтобы с парилки и освежиться. Две душевые. Комната для пилинга и массажа. Солевая комната с гималайской солью. Также это является комнатой отдыха. Кишерю, таком, как у меня.